Дорогие телезрители, я напоминаю, что в эфире вновь программа «Китайская кухня». Сегодня мы находимся в ресторане международного отеля «Межконтиненталь». И приготовим одно потрясающе вкусное блюдо, в котором главными ингредиентами выступают королевские креветки и капуста. Это блюдо очень популярно в Циндао. Его готовят там во многих ресторанах, практически в каждом. Если вы каким-то образом окажетесь в Циндао, обязательно попробуйте это блюдо. Ну а мы сейчас попробуем его приготовить. Для этого блюда нам понадобятся две королевские креветки и 1/3 вилка капусты. В этот раз мы используем ее самую нежную часть, а также лук, имбирь и чеснок. Итак, начнем. Вначале мы отрежем от капусты ее треть. Затем порвем ее руками. И нарежем лук на кусочки. Имбирь измельчим. А чеснок нарежем на ломтики. Далее мы порежем креветки. Поскольку они у нас очень большие, резать их надо на 3 части. Подготовительная работа закончена. Сейчас мы непосредственно начнем готовить само блюдо. Вначале нужно обжарить креветки в масле. Налили масло на сковороду и трясем ее, чтобы масло равномерно растеклось по сковороде. Далее мы выкладываем головогрудь креветок и жарим их, пока масло не станет красным. Этот шаг очень важен. Если под рукой нет королевских креветок, подойдут и очищенные небольшие креветки из супермаркета. Масло уже достаточно нагрелось, поэтому можно выкладывать другую часть креветок. Так, выкладываем. Жарим, пока мясо не поменяет цвет. Далее выкладываем лук,
имбирь и чеснок и жарим все вместе. Через некоторое время после начала жарки появится приятный аромат, от которого потекут слюнки. Далее нужно добавить немного рисового вина. И можно выкладывать листья капусты. Далее выливаем ложку бульона. И немного поварим. Пришла пора добавлять приправы. Сахар. Соль. И куриная приправа. Еще можно добавить немного креветочной пасты. Но если ее не оказалось под рукой, подойдет томатная паста. Вкус этой пасты очень важен для нашего сегодняшнего блюда. Хорошенько все перемешиваем, и блюдо готово. Руками рвем капусту. Режем лук на кусочки. Измельчаем имбирь и чеснок. Разрезаем креветки. Вначале обжариваем голова-грудь, затем все остальное. Выкладываем лук, имбирь и чеснок. Недолго жарим. Затем выкладываем капусту. Добавляем немного бульона, кладем соль, сахар, куриную приправу и креветочную пасту. Перемешиваем и еще немного держим на огне. И затем выкладываем на тарелку.